Американская компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink. Таким образом, данная услуга высокоскоростного широкополосного доступа в интернет впервые представлена на африканском континенте, где, кстати, родился основатель SpaceX Илон Маск. Это глобальная спутниковая система, предназначена преимущественно для использования в местах, где связь ненадежная, дорогая или полностью недоступная. Сеть Starlink предоставляет собой развернутый на околоземной орбите комплекс из множества мини-спутников массой 260 килограммов. По информации компании, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов. С мая 2019 года спутниковая группировка SpaceX вывела на орбиту более 3200 мини-спутников. Что широкополосный космический доступ в интернет будет достигать скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. You've got to be kidding me.